Муж с женой лежат, отдыхают, 3 часа ночи, глубокий сон. И вдруг такой интенсивный, я бы даже сказал, такой наглый, пронзительный звонок в дверь. Муж пошел, открыл, с кем-то быстренько переговорил, возвращается, ложится спать, ложится на бочок. Жена говорит: «Женя, кто был?» Мужик пришел, просил, чтобы я его подтолкнул. «Ну, че, ну, 3 часа ночи?» «Ну, при чем тут время? Человек попал в нехорошую ситуацию, он застрял, подтолкни». «Да, не да ну, ты нормальный мужик, ты меня позоришь. Ты тоже автомобилист, ты тоже можешь попасть в такую ситуацию, застрять. Подтолкни вот». Этот, чертыхаясь, одевает пижаму, одевает такие тапочки с бубонами такими розовыми. Идет вниз, спускается, на улице ливень. Он шатался 30 минут, скользил, не может найти, весь продрог. «Мужик, ты где?» — голос справа. «Брат, я здесь, на качелях». Муж возвращается из командировки, заходит к себе домой, заходит в спальню и видит совершенно ужасающую картину. Его жена в постели с любовником. Все усложняется еще и тем, что любовник его лучший закадычный друг. В состоянии аффекта он бежит на кухню, берет огромный кухонный нож, с разбегу втыкает любовнику в спину, тот падает замертво. Жена ему говорит: «Коля, ты так вообще без друзей останешься?» Грабитель забегает в банк. «Лежать, не смотреть!» Все рухнули, закрыли глаза. Охранник попытался обезоружить негодяя. Самоотверженно бросился на него. Сорвал с него маску. Тот тут же пристрелил охранника, одел маску. «Кто еще видел мое лицо?» «Повторяю, кто еще видел мое лицо?» В дальнем углу лежит мужик, говорит: «Моя теща, но она сейчас дома». Два друга просыпаются с жесточайшего похмелья. Один из них практически не умеет разговаривать. У него жесточайшая засуха во рту. У него там работает цементный завод. Он очень хочет пить. Аквариум выпил еще ночью. Пытается обратиться к своему другу за помощью. Рот склеен. Практически не умеет говорить, как я уже сказал. Он что-то там пытается произнести. «А? Кока-кола? Сейчас куплю». Ушел в магазин, возвращается через пару часов. Это сидит получеловек, полуфабрикат, губы как сырые котлеты, он уже никакой. Он: «Валите, кока-кола закончилась. Я купил тебе печенье». Дедушка с бабушкой едут в «Жигулях», бабушка за рулем. Их останавливает инспектор ГИБДД. «Инспектор Петров, ваши документы». Бабушка: «А? Дед, документы давай, права просит». «Пожалуйста». «Спасибо». «Нарушаете, там знак был». Бабушка: «А? Дед, нарушаешь, говорит, там знак был, аккуратнее езжай». «Я прослежу». «Хорошо. В Саратов едете?» «Да». «Сами из Саратова?» «Да». «Вы знаете, если честно, в Саратове был самый ужасный секс в моей жизни». Бабушка: «А? Дед, кажется, он тебя знает». Спасибо.